Господь Бог прибрал Бориса Абрамовича по каким-то своим причинам, которые я у него выяснять не хочу. Ну, прибрал и прибрал. Человек был тяжелый, мне о нем точно вспомнить ничего хорошего не удастся. Может, кто-нибудь его хорошо и поменяет. Что касается предположений о Березовском с другим лицом, вне зависимости от того, кто их высказывает, хоть майор, хоть и генерал-майор, это вопрос к Юлию Соломоновичу Гусману, а не ко мне, поскольку по первой профессии психиатром является все-таки он, а я всего лишь металлург.